Извините, мэм. Сюда, мэм. Глуши мотор. Включи мотор. Меня в жизни еще так не унижали. Я хочу домой. Хорошо, мэм. Прощайте. Вон из моего дома немедленно, чтобы духу твоего здесь не было. Лучше ты ее не зли. Еще пара звонков в Белый дом, и ты будешь сторожить собаку президента. Это хорошее место, а все личное ни при чем. Тая, кого он повинен оховывать, зробила его мишенью для жартов. Але гульни скончилися. Надышел час для соправдной мужчинской работы. Николас Кейдж у комедии «Телоохоуник Тесс» на Беларусь 3.